Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наши встречи с вами, продолжаем разговоры. Я сегодня отвечу на несколько вопросов. Они, с одной стороны, не очень сложные, а с другой стороны говорят о том, насколько мы не отвечаем за сами, сами за себя. Понимаете? И не пытаемся собственные мозги включить вот в ту работу, которую должны делать. Должны делать. И это очень серьезный вопрос. Серьезный. По-настоящему. Вот вопрос от Владимира Владимировича. Анемия. Вова, 86. Вопрос звучит так. Уважаемый Анатолий Ефимович, моей девушке 19 лет, и у нее анемия. Меня зовут Владимир Владимирович. Смотря ваши передачи, уже около года. Спасибо вам. Очень важная и нужная информация в ваших передачах. Вопрос. Вопрос. Чем можно помочь при анемии? Я сразу скажу, ну просто выскажу свою собственную благодарность Елене Николаевне Закускиной, которая так хорошо, очень объемно обрисовала ситуацию для Владимира Владимировича, которая может возникнуть при анемии. Добавлю еще одну, для того, чтобы эту картину немножко ужесточить. Легий, потому что Владимир Владимирович не очень понимает, что анемия в некоторых, в некоторых случаях, в некоторых, я подчеркиваю, случаях, может грозить очень тяжелыми э, процессами, включая онкологию. Включая онкологию. Все зависит от того, причина, должна быть определена причина этой самой анемии. Может это B12, недостаточность дефицита витамина В12 на этой почве, возникла анемия, или недостаточность железа, что может тоже возникнуть анемия, может возникнуть анемия при различных формах нарушений при метаболизме, то есть при обмене веществ и так далее, и так далее. Понимаете, поэтому, конечно, очень важно, как написала Марина С., Владимир Владимирович, э -э узнать показатели общего анализа крови, какой гемог гемоглобин у вашей девушки. Это, к сожалению, великому вот при анемии недостаточно. Надо понимать, что, что там произошло. И любой совет в этой ситуации, вот так, безапелляционно данный на ваш вопрос, может, эту ситуацию усугубить, поэтому я не смогу ответить на него, не смогу. Помочь при анемии можно, немножко потрудиться можно. Возможно, это результат нынешних, нынешнего повального устремления или увлечения, особенно это касается молодых девушек, худобой, соблюдением формы. И надо понимать, что в 19 лет это, этим надо заниматься только в одном случае. Если под излишней полнотой есть какие-то нарушения. Гормональные или возрастные, или изменения переходного периода. Только так, в этом случае. Но зачастую девушки, пытаясь соблюсти вот те самые формы, модельные, как принято сегодня говорить, приводят себя к анемии и к достаточно тяжелым вещам. Вот это надо. Поэтому, пожалуйста, Владимир Владимирович, если вы хотите получить от меня какой-то совет или информацию, связанную с вот, состоянием вашей девушки, пожалуйста, напишите подробнее. Напишите подробнее. И уж порасспросите вашу девушку поподробнее о том, что с ней происходит. И какие анализы, что делал, какие, какие обследования, все. Пожалуйста, напишите. А мы совместно постараемся вам подсказать пути выхода из этой ситуации. Давайте так. Потому что это вот как раз тот самый случай, когда у нас молодые люди информацию, связанную с айфонами, со смартфонами, с интернет-сообществами, социальными сетями, знают потрясающе потрясающе, да? нет никаких проблем, чтобы нажать ту или другую кнопку и чтобы, так сказать, все было хорошо и все решить в интернет-пространстве. Вот что касается живого человека, тут мозги почему-то не включаются в работу, не включаются. Я вообще сегодня это и хотел об этом говорить, вот в этой части, которая называется расшифровкой или проминанием или формированием самой программы помоги себе сам. Об этом я, надеюсь, сегодня еще успею сказать, но вот такая вот история, вот, вот почему я говорю, почему-то мозги не включаются. Не включаются. Я не, не понимаю, о чем идет речь. Не понимаю. Не понимаю, о чем идет речь. Вот тогда, когда люди приходят и говорят, вот у меня то-то, вот что со мной. Да, милые мои, я не экстрасенс, да и никакой экстрасенс вам не скажет, что с вами. Я знаю по своему опыту, ну, одной руки более чем, еще и с запасом, хватит на, на то, чтобы вспомнить людей, которые были способны назвать, что с тобой произошло. Я имею в виду экстрасенсорию с той поры, когда я, так сказать, познакомился с последним таким экстрасенсом, прошло, наверное, уже лет 12. Понимаете? А все остальное, эти вот расскажу, венок безбрачия, все остальные, вот эти вот туфта, прошу прощения, извините меня, пожалуйста, и увольте меня от этих ситуаций. Я вас очень прошу. Так что, Вова, 86, поговори со своей девушкой, как мужик, спокойно. Спокойно. Это твоя девушка. Это твоя половинка. Так что отнесись к ней так, как это относишься к тебе. Поразмысли чуть-чуть и напиши. Пожалуйста, попробуем решить эту проб проблему. Следующий вопрос. Герпес и Витом. Это аметист. Наш старый форумчанин. Извините за слово старый. Вы совсем даже не старая. По вашей рекомендации, месяц назад, после моего звонка к вам, я нашла флороксин. Мне порекомендовали пройти курс внутри вены, продолжить в капсулах и в свечах. Все лечение проходит с вострениями. Это вполне возможно. А на фоне герпеса и ВСД, по, на фоне герпеса и ВСД ведет сосудистой дистонии по гипертоническому типу. Ремиссии пока нет. Из последнего эфира услышал, что вы принимаете витом. Я давно им интересовался, даже лечил успешно своего любимого кота. А теперь хочу снова пройти курс, но сначала хочу попросить вас более подробно остановиться на этом интересном пробиотике. И как вы думаете, можно ли мне совмещать с флороксином? Курс мне назначили до 6 месяцев. Аметист, вот что я хочу сказать. Фитомикс очень, очень неплохой э, 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 пребиотик. Я его принимал э, с определенной целью, но самая главная цель, которая была у меня, когда я его стал принимать, но в силу давно, дав 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 что у меня эта вредная привычка сформировалась давно, а все, о чем я говорю, я вначале отправляю в себя и смотрю, как будет реагировать мой собственный организм. И в зависимости от этого, я, так сказать, извините, ради Бога, либо начинаю ковыряться дальше во всех публикациях, в том числе и исследовательских по этому препарату, по какому-то препарату, либо я откладываю вообще в сторону, потому что понимаю, что этот препарат нельзя использовать в домашнем применении. Надо обязательно согласовывать применение этого препарата с витомом. Витом по-настоящему, по флороксин, не, э, э, витом с флороксином приниматься может. Может. И более того, я так понимаю, что действие флороксина витом может усилить. Но только вот вы должны точно совершенно помнить. Потому что флороксин – это иммуномодулирующий препарат при достаточно тяжелых состояниях организма. Чем-то он напоминает мне препарат, о котором я говорил уже давно, я имею в виду фитомикс-40. Но у него вот такого эффекта, скажем, который может возникнуть при применении фитомикса, то есть повышение артериального давления, потому что там довольно много тоников в составе фитомикса. Но результаты замечательные. Но разговаривал тут не так давно с одним иммунологом, он сказал, что так сказать, вот в моей ситуации к фитомиксу надо было бы добавить еще препараты, связанные с повышением уровня интерлейкинов в иммунологической схеме. Ну что же, ну, он подсказал мне какой. Так вот Вит... витом в этой ситуации может восполнить э, ту часть, э, базовую часть защитных сил нашего организма, дополнить ее. Поэтому я не вижу причин э, к тому, чтобы не принимать витом. Причем он, вы должны помнить, что витом принимается исключительно не, не, не подряд и не месяцами. Витом принимается 10 дней. И я вам могу советовать только витом 1.1. Вот 10 дней он принимается, по тому, как в нем написано, я имею в виду в паспорте на этот препарат, 5 раз в день, если вы принимаете в капсулах, думаю, что в капсулах принимать его удобнее, и как это называется иногда, и полезнее, в силу того, что желатин, из которого состоят эти капсулы, нам тоже, в общем-то, не лишний с учетом состояния нашего скелета и наших соединительных тканей. Поэтому, пожалуйста, можно. Это можно делать. Но помните, больше 10 дней вы принимать его не должны. Он принимается 10 дней, после этого должен быть долгий перерыв. Не меньше месяца. Не меньше 30 дней. И только потом можно этот курс повторить. Вот в чем дело. Понимаете, действие фитомикса это правда, пробиотик поразительное, совершенно, конечно. Понимаете, и тогда, когда вы, когда начинаешь смотреть вот клинические отчеты по клиническим испытаниям витамин, ты понимаешь, что вообще работает не сама сенная палочка, для которой нужно в организме создать хорошие условия для того, чтобы он работал. Что я имею в виду? Вот должно быть достаточное количество растительных волокон. Вот в чем дело, понимаете? Достаточное количество растительных волокон. Вот сейчас, например, достаточно много, например, зеленого лука. Очень хорошо. Петрушка. Вот эти вот травы, они должны всегда присутствовать. И нужен такой вот немножко даже жестковатый овощной салатик, который будет помогать сенной палочке жить. Потому что растительные волокна, вот эти непереваримые так называемые волокна в желудке, они становятся таким своеобразным домом для жизни сенной палочки. Но действие витома связано не с самой сенной палочкой. А с продуктами ее, ее жизнедеятельности. то есть то, что она отдает нашему организму. Помните, я все время говорю о том, что вообще все, все надо очень хорошо, очень внимательно, точнее, относиться ко всем пищевым добавкам. Они не должны быть килограммовыми, понимаете? Потому что наш организм живет за счет микродоз. А вот эти максидозы, которые очень часто нам э, как бы советуют принимать, они могут стать, извините, ради бога, нашим балластом. Потом организму приходится тратить энергию на то, чтобы от этого балласта как-то избавляться. И смотрите, когда появляются вот эти продукты жизнедеятельности, у нас в организме, а это, между прочим, в продуктах жизнедеятельности, жизнедеятельности много витаминов, появляются белковых соединений и соединения, которые очень хорошо способствуют формированию защитных сил нашего организма, в том числе создавая условия для восстановления нашей собственной микрофлоры, и бифиды, и лакта, и других бактерий, которые должны жить в нашем кишечнике, и в тонком, и в толстом. Вот эти условия для жизни наших собственных бактерий создает не стенная палочка, а вот необходимым условием для восстановления этого, этой вот среды для жизни наших собственных родных бактерий, да, восстановление их как раз и являются вот продукты жизнедеятельности сенные палочки. Представляете, тут такой, как бы получается, матрешечный вариант. Да? Берем сенную палочку, она выдает некий продукт. Этот продукт становится базой для поддержания собственной нашей микрофлоры. Да? И таким образом мы начинаем поддерживать нашу собственную микрофлору и в том числе и защитные силы организма. В том числе вот такая, такая важная часть нашей иммунной системы, такая вот форменная часть, которая называется интерлейкинами. Понимаете? И вот эти вот интерлейкины очень важны для регуляции соотношений Т-лимфоцитов. Вот, вот что очень важно, понимаете? Вот что очень важно. Вот почему в программе у нас с вами и появился Хилакфорте капли появились дело все в том что это препарат основанный на жизнедеятельности как бы наших родных родных бактерий те же самых и бифидо и лакта но дело все в том что тогда когда мы с вами принимаем Хилакфорте капли вот эти вот продукты жизнедеятельности, которые мы получаем через этот препарат, они проходят через желудок, через воздействие, через химические превращения, через целый, целый спектр реакций. И остается, в общем, извините, по делу остается ну, не, не так уж много. И даже при том, что я все время говорю о том, что нужны микродозы, этого бывает недостаточно. А вот а Витом дает хорошее, такое основательное количество необходимых для поддержания нашей иммунной или защитных сил организма достаточное количество этих продуктов. Вот почему, так сказать, я и принимал витом для того, чтобы понять, так ли это или нет. Должен сказать, что это так. Это так. Основанием для этого могут служить исследования, которые я сделал, анализ, который я сделал по своей крови. Так называемый иммунологический скрининг и интерфероновый скрининг достаточно дорогие анализы, но я, в общем, постарался посмотреть. Это действительно так, это действительно так. Так что вот это. Я думаю, что вам, что, что вот этот вопрос чрезвычайно важный. Но только вы должны, аметист, вот здесь вот выбросить из головы одну мысль, которую вы вдолбили себе в голову. Вы должны помнить, что в той ситуации, в которой находитесь вы, а не аутоиммунному тиреодиту, который, который вас очень беспокоит, ни другим проблемам витом не, как вам сказать, не, 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 не мешает. То есть он, он обострение не вызовет. А вот флорактин вполне возможно, что он будет вызывать обострение, с которым вам надо справляться. И думаю, что, что те специалисты, с которыми вы работаете, наверняка до да, в этой ситуации вас будут поддерживать. Это так. Это так. Это надо для себя точно знать. Но помните, что витамин принимается 10 дней. И следующий курс вы можете принимать только через месяц. Вы можете повторить 1,1. можете повторить витом 1-2, но только через месяц после первого, первого цикла. Очень хочется попробовать витом, так как он хорошо помогает восстановить микробиоту, тем самым организм помочь справиться с хроническими заболеваниями, которых 50 годам уже достаточно. Хочу напомнить, что у меня аутоиммунный тиреоидит, гипотиреоз, камень желчным 2 см. А так как есть проблемы с щитовидкой, значит, начало проблем в кишечнике отсюда и пошли все нарушения. Вовсе нет. Почему решили, что с недостаточностью щитовидной железы связано только проблемы в желудочно-кишечном тракте. Это может быть проблема сердечно-сосудистой. Эта проблема может быть и в вашем питании. Вот в чем дело-то. Естественно, есть и проблемы с сосудами. Каждый год я прохожу полное обследование организма. А как вы думаете, какие основные анализы нужно держать под контролем, чтобы не запускать механизм в хронику? Из элементов программы у меня вода, петрушка, лист черной смородины, костный бульон относительный голод, вот относительный голод вашей ситуации, я бы э, к относительному голоду э, относился бы критически. Вы ни в коем случае не должны переедать, а вот есть вы должны обязательно так, чтобы э, не испытывать чувство голода, не переедать, не переедая не испытывать чувство голода. Вот для этого и э, существует рекомендация есть 4-5 раз, 4 минимум. 5, а то и 5, а то и 6 раз в день, но понемногу. Понемногу. С тем, чтобы ваш желудочно-кишечный тракт не испытывал затруднений, в, затруднений в, в том, чтобы пищевой комок спокойно и вовремя мог пройти по вашему желудочно-кишечному тракту. Вот что очень важно. И вода здесь, конечно, абсолютно необходима. Вот в моей ситуации, как подойти к очищению? как почистить организм от эндотоксинов, паразитов и вирусов. Но начинается. Вы понимаете, какая штука? Вы вначале справьтесь с этими обострениями, которые у вас есть. С ними надо справиться. А потом надо думать о том, как почистить. И в вашей ситуации очищаться можно только с арбентами. С арбентами. Понимаете? Или, скажем, очищение с помощью соли, магнезии. Но повторять эти, эти, как у нас принято, если с арбентами, то 7 дней подряд вы принимаете сорбенты, а в вашей ситуации 10 дней подряд я принимаю, я отдыхаю от сорбентов. И потом снова 7 дней сорбента, потом 10 дней снова отдыхаю снова. И снова 7 дней сорбентов, потом я вообще, так сказать, на 3-4 недели вообще забуду о них. Понимаете? Или один раз в неделю буду делать экстренное очищение с солью магнезии. Но один раз в неделю, не чаще. Вот это такой момент серьезный очень, к этому надо отнестись. Понимаете? И искать очищение от паразитов, которые у вас, возможно, и нету. От бактерий, которые, возможно, у вас нету. Или есть те, которые помогают вам жить. Не забывайте, что среди того множества микроорганизмов, которые живут в нашем организме, большая часть наши ципрофиты, то есть те самые микроорганизмы, те бактерии, которые помогают нам выживать. Более того, понимаете, есть исследования, которые говорят о том, что в некоторых ситуациях, даже в онкологических ситуациях, паразиты помогают человеку выжить. Вот ведь о чем не надо забывать. Понимаете, вплоть до того, что вот есть такая проблема, о которой я не один раз говорил и настораживал вас в эту сторону, я имею в виду свободные радикалы. Но в некоторых ситуациях, извините, переизбыток антиоксидантов может навредить человеку. Может. Перебор антиоксидантов! Перебор! Потому что, понимаете, какая вещь? Ведь тогда, когда мы принимаем антиоксиданты, это борьба с, с э, э, дополнительными, скажем, эндотоксинами. Это на самом деле так. Это помощь организму в борьбе с ними. Э, э, тем более, что это тот, э, тот скажем, продукт свободные радикалы, который появляется в результате естественных процессов у нас. Понимаете? Если бы он был неестественным, тогда надо там, э, извините, экскаватор запускать. А так нет, надо очень аккуратно с этим обращаться, потому что у нас есть ферменты, у нас есть белковые образования, у нас есть масса структур в нашем собственном организме, которые с, со свободными радикалами тоже борются. Им надо помогать, а не подменять их работу. Понимаете? Вот какая штука-то. Поэтому вы, пожалуйста, вот про вашей ситуации, об очищении от паразитов, бактерий, все, забудьте вообще. Забудьте вообще и успокойтесь. И помните, что в некоторых ситуациях они, эти вот, казалось бы, враги, несмотря на то, что написала Тамара Яковлевна, и несмотря на то, что говорят, так сказать, очистители нынешние, Марфы, Надежды и всяческие другие, пожалуйста, помните, далеко не всегда эти самые, даже паразиты, понимаете, смотря какие, конечно, мешают нам жить. Иногда они помогают нам выживать. Понимаете, есть одна, один закон. Ни один паразит и ни один зверь и ни одно животное в природе не будет уничтожать ту среду, которая помогает ему жить. Не будет. Даже зверьки, даже белки никогда до последнего ореха не заберут в еду. Потому что они будут заботиться, не о, не, ну по законам природы будут заботиться о том, что эти орешники, чтобы были, чтобы они росли. И чтобы почва, которая, на которой они растут, была, им, им хороша. Вот ведь чем дело-то. Понимаете? Поэтому вот это вот вопль такое об очищении. Понимаете, мы сегодня ядов получаем из воздуха, воды и еды, особенно еды, в десятки, в сотни раз больше наносим себе вреда, чем, извините, ради бога, э, те самые вульгарные паразиты – и вы даже не знаете, есть они у вас или нет. Вот и чем дело-то. Я знаю, что вы не любите такую формировку, как... но как поднять мой иммунитет, чтобы усыпить герпес? Заранее спасибо за ответ, с уважением, Валентина. Знаю, вы, я... э -э -э -э, Валентина, с огромным уважением к вам, потому что я знаю, какой вы борец. И как вы тщательно все делаете, это я знаю. Но, Валентина, пожалуйста, успокойтесь. И э, э, для того, чтобы ваш иммунитет хорошо работал, вы делаете все, все, что надо. Все, что надо. Вот в этой ситуации... Какие основные анализы вам надо сделать? Да самые обыкновенные. Надо смотреть анализы крови и мочи. Да, очень важно знать состояние внутренних органов, ну, хотя бы по УЗИ. По УЗИ. Я так полагаю, что у вас все, все, все это есть. Лететь на компьютерную томографию, которая тоже вредная, которая может, извините, ради Бога, очень неприятные вещи для нас с вами сотворить нам с вами тоже извините ради бога обращать особо не надо особенно стремиться к этому не надо вот вот в чем дело не к этому надо стремиться вы стремитесь к тому чтобы лечиться а вы должны стремиться к тому чтобы организму своему помочь накормить его как надо напоить его как надо, Дать ему то, то, что необходимо. У вас для этого есть все. Включая витом. Вот такая вот история. Вы знаете что? Я всех поздравляю, у нас, слава Богу, объявился тампель. Аслан, я тебя поздравляю. Видимо, это у тебя достаточно неплохие результаты. Все-таки объявился бы, написал, что с тобой-то. Ведь нам интересно, и Елена Николаевна, и Ирина Борисовна Кут очень беспокоятся по вашему поводу. Пожалуйста, напишите, как обстоят ваши дела. Ну, ей-богу, и спасибо вам огромное, потому что вы такой увесистый, увесистый, увесистая часть нашей программы, на самом деле. Понимаете, я ничего не преувеличиваю, потому что, я думаю, такие что мне стало намного легче существовать в этой программе, когда появилась Ирина Борисовна, Елена Николаевна, Аслан Тампель, Геннадий Семенович. Понимаете, вот куда-то исчез Сергей, будущий, который, понимаете, куда-то исчез, не, не объявляется. Может быть, я его чем-то обидел. Понимаете, но это вот люди, с которыми, которые там создают достаточно увесистую часть этой программы. Мне это очень важно для меня, потому что я хочу или не хочу, но я на закате своей жизни уже пребываю. Я отношусь к этому совершенно спокойно. Это закон природы. Никуда от него не, не денешься. Но вот какая интересная вещь. Вот, например, есть у нас такой Исаев Владимир Андреевич. Он как бы участник этой программы уже давний. Когда-то к нам в программу он появился из госпиталя Бурденко, в котором находился на обследовании. И так уже вот много лет подряд он приезжает каждый год в Москву, сюда, в госпиталь Бурденко, на обследование. Вот он был еще раз на этом обследовании, и меня очень порадовал. Потому что доктор, который его обследовал, Проблем а проблемы были в основном кардиологического характера, сказал, что вообще он в прекрасном состоянии. В прекрасном. Он не стареет, сказал бы доктор. По одной простой причине, что у него так сказать, сердечный аппарат, вот этот сердечный узел, он восстановился, понимаете? Восстановился настолько, насколько возможно в его возрасте. И никаких изменений в худшую сторону за год не произошло. Он находится в хорошем, таком твердом, стабильном состоянии. А это и есть молодость. Понимаете, это и есть молодость. Вот я о чем говорю. <с> Поэтому я вот э -э -э -э, Владимиру Андреевичу и его соратникам клубу в Ростове-на-Дону. Участникам этого клуба передаю низкий поклон за э, э, приветы в мой адрес. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Так что понимаете, вот это э, вот синклит простите за такое слово. Э, в программе Помоги себе и сам вот Ирина Борисовна, Елена Николаевна, Геннадий Семенович, Аслан. Маринес, я могу перечислять много людей, понимаете, они вот и создают ну, некую такую вот внутреннюю атмосферу, которая мне очень нравится. Мне очень нравится. Спасибо большое вам. Так, и вот заваривание трав вот это замечательный совершенно вопрос от Ирины Борисовны Кут. Добрый день, Анатолий Ефимович, форумчане. Благодаря Божьей вашей помощи дела продвигаются. Это, вот это вот самое главное. А главное, меняется мир ощущений. Многое из того, что окружало меня всю жизнь, как будто бы вижу впервые, как прозревший слепой. Ирина Борисовна, помогите мне прозреть. Я вас очень прошу. А то как-то так, наверное, у меня, наверное, уже глаза начинают застить что-то такое. Используя травы, из вашей программы стал относиться к ним с большим почтением, а лопуху вообще хочется поклониться. Вот по поводу этих трав я и хочу задать вам несколько вопросов. Появился интерес к тонкостям ваших рекомендаций относительно трав. Меня интересует правильное заваривание трав. Как правильно заваривать травы, чтобы получить полезные вещества по максимуму? в разных справочниках на этот вопрос отвечают по-разному. Одни утверждают, что заваривание травы должно происходить не более 40 минут под крышкой. И что заваривание травы крутым кипятком на в термосе вредно, так как выделяются при этом и вредные вещества для организма. самые старые рецепты, с которыми я сталкивался в то время, когда вот начинал как бы для себя осваивать эту программу. Она, как понимаете, очень нуждается в освоении, потому что это не программа, где есть рецепт. Вот один рецепт на все. Один рецепт или 30 рецептов – на то, чтобы помочь коленкам. 100 рецептов. На то, чтобы помочь желудку, кишечнику. 30 способов очищения организма лавровым листом, этим, этим, этим. 40 антиоксидантов. Ну и так далее, и так далее. Не в этом дело. Я поставил себе вопрос, вопрос, который я поставлю сейчас перед вами, Ирина Борисовна. Зачем природа сотворила так, что во всех травках, которые человек использует в, своем, в своей жизни, не в быту, в жизни – Будь это капуста, картошка, черная смородина, там, не знаю, толокнянка, солянка холмовая, стевия. Разные, разные, разные. Я их могу набрать в этих названий огромное количество. У них у всех разный состав. Разные микро-макроэлементы. Разные белковые соединения, разные аминокислоты. Разные. И состав разный. А мы ведь с вами знаем, что наш организм существовать без правильного баланса аминокислотного. Вообще не может. Понимаете? И у них у всех, у всех этих трав, какую бы вы ни назвали, даже самую ядовитую, самую ядовитую, ядрыжник, у него есть обязательно полезное вещество. И первые из этих полезных веществ, так же как, например, вот скажем, если сравнить кору ивы и кардиоаспирин. И там, и там работает аспирин. Но в одном случае это фармакологически, химически чистый препарат разжижает кровь. А в другом случае в окружении балластных соединений, их так называют, или балластных веществ, среди которых есть и минералы, которые нам нужны, очень, очень важны и полезны. Есть витамины, которые нам очень нужны и очень полезны. Есть антиоксиданты, флавоноиды разного характера. Значит, флавоноидов огромное количество, понимаете, дегидрокверцетин, Дигидро, кверцетин, э, дальше э, антоцианы, э, пигменты, э, катехины. Э, понимаете, это все флавоноиды, целое семейство флавоноидов, задача в которых, у которых одна помогать человеческому организму, живому, природному организму, помогать справиться с теми самыми свободными радикалами, с которыми надо справляться. И почему, например, я вот детям, как правило, никогда не советовал, не советую. Но, в всяком случае, до, 3, до 13, до 15 вот так, лет... Я не советую использовать антиоксиданты дополнительно. По одной простой причине. Что можно сбить вот эту антиоксидантную форму защиты, естественную форму защиты человеческого организма от ядов, от этого страшного разрушительного действия свободных радикалов, потому что у человека... У него есть, и он еще не потратился. Не потратился. А вот антиоксиданты надо начинать принимать уже после 30. У современного человека после 30. Почему? Потому что он невероятно сегодня находится под агрессивным прессом противоестественных соединений, которые получают с пищей в первую очередь. Вообще по-настоящему. Он должен получать эти, принимать эти вот ферменты по классическому варианту, после 40. Почему? Задать себе вопрос. И ответив на этот вопрос, я себе давно ответил на него. Скажите, вот каким образом нам с вами заваривать эти травы? История народной медицины ответила на него. Ответила еще один человек очень здорово ответил на этот вопрос. Я имею в виду Бориса Васильевича Болотова. Понимаете, который не варит. Он подвергает процессам, он подвергает травы процессам, которые, в основе которых превращение сохранившихся и белковых, аминокислотных и всяческих других соединений, находящихся в этой траве. Почему он и позволил себе сказать, что квас по болту можно делать из любой травы, из банановой кожуры, из, из, извините, очисток сельдерея или из самого сельдерея, из чистотела, из клевера, Понимаете, какая что? Из еще какой-то травы, неважно. Можно и делать из горца почечуйного. И, и при этом понимать, что ты помогаешь очень здорово, помогаешь, как ни странно, человеку при геморрое. Потому что известная трава, горец почечуйный. Но при этом, вот во время этой э, прохождения, эту бродильную схему, принципиальную схему, брожения, постепенного, медленного брожения э, вот этой травки, вот в этой среде, мы получаем продукт, который свою целительную силу, включая антиоксидантную, сохранил и сохранил все, что в нем есть. Ну, теперь смотрите, что происходит с этими травками тогда, когда мы их... Вот Аслан и здесь очень хорошую лепту внес. Замечательно совершенно. Я знаю два способа. Вот до, до, до знакомства с Борисом Васильевичем Болотовым я знал два способа. Холодный и горячий. И вот если вы имеете в виду вот взять корешок лопуха, то его можно приготовить несколькими двумя способами, холодным и горячим. И в том, в другом случае он будет очень полезен. Но в первом случае, тогда, когда мы из него делаем тот самый квас по болотову он будет более полезен. В горячем слое он тоже очень полезен. Очень полезен. Но какая его часть? Понимаете, вот тогда, когда мы с вами добываем полезность из травы холодным способом, я скажу как, какой. Мы берем все богатство этой травы, включая комплекс тех самых аминокислот, без которых мы с вами жить не можем. А когда мы с вами варим вот тот самый корень лопуха, экстракт делаем, мы с вами берем минеральную часть. полезную, полезности этой травы. Но мы категорически разрушаем две необходимейших стороны, когда готовим вот такой вот горячий раствор. Может быть, он используется, конечно, конечно. В некоторых ситуациях, например, тогда, когда мы с вами делаем вот эти обертывания коленей, суставные, да, вот помогаем собственным суставам с помощью отвара корня, варим его. Понимаете, потому что мы просто усиливаем, ускоряем действие лопуха на этот счет. Но вот тут желательно, я сейчас к этому только начинаю приходить, надо бы сопровождать приемом корня лопуха внутрь. Но при этом надо обязательно, как это называется, его приготовить холодным способом. Потому что тогда, и меня заставляет об этом думать, еще вот тогда, когда я начал, так сказать, рассказывать про петрушку, которую я очень люблю, не меньше, чем корень лопуха, значит, я начал рассказывать о том, и, что, и начал говорить о том, что лучше... Не заваривать его, не варить, да, но ну, можно заваривать как чай. Но мы здесь вот эту вот аминокислотную часть тоже разрушаем. А самое главное, что тогда, когда мы кипятком заварим или варим, мы витаминную часть, витаминное содержание этого продукта мы разрушаем. Термическая обработка всегда приводит к практически стопроцентному разрушению витаминной части этого препарата. И ферментной части. А они-то как раз нам очень нужны. Потому что мы все время говорим про антиоксидацию, про это, про очищение, и никогда не говорим о ферментах. А эти ферменты мы можем получить из -за этих самых живых растений, когда мы их получаем эти вот настои либо впрямую, тогда, когда мы едим, например, тогда, когда мы едим ягоды черные смородины, мы получаем в чистом виде витамин С, замечательно усваиваем его и он действительно нам помогает. Но мы с вами листья то черные смородины жевать не будем, вряд ли, по по крайней мере. Или грызть корень лопуха-то мы тоже, в общем-то, не будем. Ну, хорош, потрясающий совершенно корешок, но не очень вкусно. И более того, вы вот съедите там маленький кусочек, даже это тоже ведь хороший знак, сгложите его, разжуете как следует, чтобы проглотить-то. Понимаете? И уже за вторым-то вторым кусочком вряд ли пойдете. Вот как? Я эти рецепты нашел достаточно давно и в свое время проговаривал с Владимиром Петровичем Царем, царевым. Был такой замечательный академик народной медицины. Вот он склонялся тоже к холодным, холодному извлечению полезности и страв для человека. Вот кроме болтовского рецепта, есть такой рецепт, когда мы очень дробим. Вот скажем, ту же самое головки клевера взять и их даже не сушить, а их вот как следует порубить и залить водой на ночь. На 10-12 часов. Так как мы поступаем с семенем петрушки, с семенами вообще. И принимать вот полученный настой. Ведь посмотрите, Всю нашу биохимию внутри обеспечивает нашему организму, вот способность эти все процессы химические провести у нас, обеспечивает вода. Она экстрагирует все, даже золото. Понимаете? 10-12 часов. Важно, чтобы сырье, назовем так, в общем, эти вот живые организмы зеленые, были измельчены, чтобы вода, капельки воды, молекулы воды имели доступ к содержанию этого, этого растения. Вот что очень важно. И тогда мы имеем полный комплекс. Мы имеем и ферменты, мы имеем и антиоксиданты, мы имеем и минеральные соединения, и соли, которые там есть минеральные в этой травке. Мы тогда имеем все. И его используем целиком. А самое главное, вот это, понимаете, дает нам возможность использовать не стаканами лить в себя, а небольшими дозами. Господи, треть стаканчика на один прием. Но он срабатывает. И срабатывает очень хорошо. Я это вижу на примере семян. Вот, например, давно замечено, что довольно сильное положительное действие оказывает на организм человека мордовник. Один из адаптогенов. Красивое, сильное растение, сильное. Да, вот степное растение. Вот э, в Приморских степях в Крыму много его. Это такие высокие растения, вот колючки, вот такие вот с очень красивым голубым шаром э, наверху. Вот собирают семена, размалывают его, да, и вот э, делают эту вот водную вытяжку, водный экстракт из этих семян, и используют при лечении или, по крайней мере, адаптации человека при рассеянном склерозе. Правда, надо очень тщательно этот, вот эту, этот экстракт процеживать, надо очень тщательно. И по столовой ложечке, даже много не надо, по столовой ложечке три раза в день перед едой. И вот почему эти настои надо всегда принимать либо между едой, что лучше всего, Потому что тогда, вот понимаете, он выполняет несколько ролей. Вот такой экстракт холодный. Несколько задач. Он, во-первых, насыщает организм необходимыми ему формациями, структурами, формациями, наверное, продуктами жизнедеятельности своей, антиоксидантами. В нужном количестве перебрать нельзя. И выполняет еще ко всему прочему очищающую функцию. Вот чем хорош, хороши квасы Бориса Васильевича Болотова. Они все третьи функции выполняют. И, так сказать, добавление ферментной части и э, микроминералы э, ми, солевой с, с, части, и белковыми структурами. Вот что очень важно. Понимаете? Заваривать, безусловно, лучше в термосах, но не в металлических. Вот точно, колба не должна быть, внутренность колбы не должна быть металлической. Это либо керамика, но это все должно быть плотно закрываться, Потому что вот тут доступ кислорода все-таки не должен быть. Он, безусловно, есть там. Но этот вот уровень кислорода, который присутствует вот в той количестве воздуха в колбе, когда вы его закрываете, он, он не поступает туда больше. Поэтому он тратится на окислительно-восстановительные процессы, точно так же, как мой собственный организм, наш собственный организм. да, И идет тоже на пользу на активацию вот этих свободных антиоксидантных, антиоксидантных возможностей. Вот, чего, вот, для, вот почему мне кажется, что этот способ всегда был самым значительным, потому что человека больного, если он сильно болен, заставляли жевать, жевать эти вот травы. Но знаете, крапиву жевать, вот такую вот сорванную живую, вряд ли кто из вас может. Правда ведь? А вот, скажем, топинамбур, зачем его заваривать-то? Поешь, и ты получишь пользу, это намного больше. Но, скажем, вы никогда не сможете проживать, господи, как же он называется этот самый, такой в нем кремний очень много, полевой хвощ. Попробуйте его пожевать. Но есть травы, вот тот же самый полевой хвощ или тот же самый лопух, в которых иногда, и та же самая петрушка, хочется использовать в первую очередь вот тот минеральный состав, солевой состав, который у них есть. Я имею в виду калий, магний, вот в петрушке. Потому что, ну, там еще масса всяческих солей, все, и кальций есть, все. И посмотрите, но минеральный состав корня лопуха огромный. Он нам очень нужен. Для чего? Для того, чтобы восстанавливать, почему он вот так хорошо и, и, и работает при вот этих обертываниях больных суставов. Понимаете? Потому что минералы и организуют и противовоспалительную часть, и лечебную часть. Вот что. И минералы формируют структуры, процессы, когда мы делаем или пьем этот горячий отвар, или вот этот чай, процессы, связанные с недостаточностью минеральной базы нашего организма. Вот тогда да. У нас с аминокислотами все в порядке, то есть с белками все в порядке. А так сказать, с минералами не очень. Почему? И понадобился, извините, ради Бога, вот тот самый прошу прощения, костный бульон в программе. И я до сих пор спасибо говорю моим друзьям из Канады, которые вспомнили и рассказали мне об этом рецепте. Есть только два способа приготовления трав. Холодный и горячий. Но тогда, когда вы горячий готовите, пожалуйста, вы уже видите, делайте это до конца. Вы залили кипятком, вы делаете просто чай. Накройте его. И хотя бы 40 минут много, много. Там начинаются процессы, при которых вот эти вот минералы, которые высвобождаются в этот момент, когда мы заливаем кипятком или, или, или что-то делаем, да, хорошо прикрыли, там даже утеплили, они начинают попадать в осадок. Вот, это вот, вот этот осадок нам с вами не нужен. Нам нужен раствор. Понимаете, поэтому чай, когда вы пьете, ну, скажем, классическая заварка чая, которую я смотрел, видел на цейлоне, да, вот зеленого чая, это два раза подлить кипяточку. Первый раз и второй раз. Минуты, минуты через 3-4. Залили вначале порцию этого чая кипяточком, дали ему 3-4 минуты постоять, долили чашечку кипяточком и дали еще 5-7 минут постоять. И тогда это получается изумительный вкус и никакого осадка. И заливать травы нельзя ключи вот крутым кипятком. Их заливать надо при температуре 95 градусов, вот, вот когда появляются белые ключики, вот тогда все, надо не кипятить дальше. Или он раскипелся, если чайник, или там кастрюлька, в которой кипятится вода, э, снимите и дайте постоять какое-то время с тем, чтобы температура упала хотя бы вот до этих самых 95 градусов. Достаточно будет, достаточно. И вот этот вот кипяченый, э, Чай, который вы заварили, его держать сутками никак нельзя. Никакой пользы не будет. Такой чай может идти только для наружного применения, так как у нас с вами происходит с отваром корня лопуха. Вот такая вот вещь. Извините, пожалуйста, Ирина Кудря, Ирина Борисовна, я так вот целую лекцию. Вы давали еще рекомендацию заливать петрушку, лист смородины, солянку, холму, и все это заливать в термосе на ночь, температуры воды 40 градусов. Почему 40 градусов? Потому что при 42 градусов, это вы знаете, потому что, кстати сказать, температура нашего тела, если переходит 40-42 градуса, извините, это реанимационная ситуация. Это реанимационная ситуация. Это грань гибели организма. За счет чего? А начинают сворачиваться белки. Вот именно поэтому я и говорю, заливать надо не больше 40. Вообще по-настоящему для холодного приготовления какого-то раствора, какого-то препарата, какого-то настоя, какого-то экстракта, понимаете, нужно даже не 40, а где-то 35-36 градусов. Но вот небольшое повышение температуры, безусловно, ускорит процесс экстракции. Помню при этом, что частички исходного, исходного вещества, исходного материала, они должны быть очень-очень маленькими. И он должен быть очень хорошо раздроблен. Вот и все. Почему 40 не крутым кипятком? Что это дает? Имеет ли э, значение какой термос применять? С металлическими и стеклянными колбами? Конечно, стеклянными или керамическими. То есть максимально должен быть материал материально максимально сохраняющий нейтральное отношение к тому, что вы в этот в этот сосуд из этого материала поместили. вот что вот что очень важно понимаете тем более что это сказать, довольно много так. получить как можно больше полезности. И еще последний вопрос. Я делал полифиты по вашим рекомендациям, заливал травы нерафинированным подсолнечным маслом. А можно добавку залить льняным маслом? Вот тут нет. Вот тут нет. Либо вызываете... Это масло должно быть очень свежим. Очень свежим. И Делать это нужно в посуде, при котором воздушная пробка будет минимальна. Когда готовится, когда настаивается. Минимально. Да и то, я думаю, что окисление льняного масла все равно будет идти быстрее, потому что каждая трава, которую вы, ну вот этот травяной, травяной сбор, который вы помещаете в сосуд для приготовления, будет служить таким своеобразным катализатором для окислительных процессов в этом масле. Его надо все-таки использовать свежим. У нас очень трудно с лопухом. Это спрашивает олетка Тоже наше такое фундаментная участница СОК, с его корней сделать не получится по причине засушливости района, отсутствия озер и прочих климатических условий. А вот сок из его листьев можно приготовить и заморозить, и законсервировать спиртом. Есть и рецепты. Вот он хорошо полив. Можете ли вы дать совет по этому поводу? А что, делаете совершенно спокойно? Можно, конечно, делать. Причем, Хочу сказать, что вот при таких климатических условиях засушливости, да, в, в растения в листьях своих, да, копит больше полезных вещей, потому что ему нужно выживать, и поэтому он старается себя обезопасить, а вот от тех условий тяжелых, в которых он оказался. Поэтому, пожалуйста, делайте. Да, вот Тампель, Ослан. Ирина Кут при температуре вы 40 градусов происходит на разрушение белка и других полезных веществ. Поэтому заваривать рекомендуется при температуре 40 градусов. Ирина Кут, Оля, у нас лопух чуть ли не на каждом шагу растет. Зная большой ценности лопуха, японцы разводят его в своих хозяйствах. Тоже, наверное, по причине того, что его нет у них в природе. Вот очень важный момент. Потому что дальше все понятно, если кому-то еще э, хочется посмотреть, э, там уже частности такие начинаются. Пожалуйста, посмотрите у нас на форуме сообщение, так и называется, Заваривание трав от Ирины Куты, от Ирины Борисной. Но вот какой вопрос. Аслан, я знал об этом в, в ответ на 40 градусов. Только вот лопух, например. Надо не просто заливать кипятком, но еще и варить. При температуре 40 градусов он своей ценности не отдаст. Вот я поэтому и задала вопрос, как надо заваривать, чтобы и белок не разрушался, и другие полезные вещества сохранились. У каждой травы получается свой процесс заваривания. Должен быть. Понимаете? Есть только два, теперь три процесса получения полезного из фитопрепаратов холодный, горячий и с помощью кваса Болотова. Понимаете? Единственная просьба – дробить, понимаете, измельчать. И самое главное, если это вы делаете с живой травой, то вот эту измельченную траву нельзя долго держать на воздухе. Надо ее сразу использовать. Накрошили петрушечку, и тут же ее в чай, Тут же. Не ждите. Потому что кислород начинает свою работу выполнять. И все. В этом разница. Особенно интересно про лист смородины узнать. Какой вариант заварения более полезный? И при какой температуре? Думаю, полезно. Думаю, вам понятно. Думаю, что самый полезный – это холодный. Еще я, знаете, прочитал, что если в термосе заваривать, надо это делать при открытой крышкой чтобы воздух проходил, и травка дышала. Понимаете, это не травка дышит, а это возможность усиления тех окислительных процессов, которые происходят в этот момент в термосе. Поэтому, на мой взгляд, и еще опыт приготовления полифита М. О котором мне рассказывал Людмила Феофанна, автор полифита uh, М. Когда мы пользуемся травой, как мы промываем ее или не промываем, uh, по-разному, лучше, конечно, промывать для приготовления uh, так сказать, этих вот вещей. Есть бактерии аэробные и есть анаэробные. Поэтому лучше все-таки никому не давать приоритета, а закрывать термос плотно. И для холодного получения препарата нужно минимум 10-12 часов. Именно поэтому я и говорю, вечером вставите, утром готово. И держать его больше одних суток, одного дня тоже нельзя. Все, друзья мои, на сегодня так. Очень хотел я сегодня тот вопрос в себе всякий написал для того, чтобы осмыслить еще раз вот все, что мы с вами наговорили по поводу первого шага, я теперь так говорю, программы, потому что там есть очень интересные особенности, на которые я обязан вам указать. Но в следующий раз. Так что, друзья мои, всего вам доброго, до свидания, здоровья вам.